Встать, суд идет. Рассматривается уголовное дело по обвинению жителя Больших Везем Сергея Неверта. Ничто не предвещало беды. Познакомились на Новый год, решили отметить его втроем. Александр Акимов, Руслан Тищенков и подсудимый. Распивали алкоголь. Никаких угроз и причин для рукоприкладства. Но небольшой конфликт между мужчинами все же возник. Товарищ, который сейчас подсудимый, начал, встал кричать, что я типа вор в законе. Мы ему сказали, я говорю, что такие люди вообще жители не живут. Вот, и все, а так особо ничего. Утром после праздника Александр и Руслан отправились в магазин. Вслед за ними пошел и Сергей. Он нанес несколько ударов ножом со спины пострадавшим, что рассматривается Одинцовским городским судом как тяжкий вред здоровью и покушение на убийство двух лиц. Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство Акимова и Тищенкова, Неверт не смог, в связи с тем, что посчитал нанесенные ранения достаточными для смерти потерпевших, после чего вернулся в общежитие, а Акимов и Тищенков обратились за медицинской помощью, в ходе своевременного оказания которой их жизни были спасены. Государственное обвинение в суде поддержано заместителем прокурора Московской области Благородовым Александром Витальевичем. По словам самого подсудимого, он уже давно не пьет спиртные напитки. На распитие алкоголя настояли новые знакомые. Ранее Неверт судим не был. Свою вину признает и готов нести ответственность. Виновным признал его и Одинцовский суд. Вердикт – 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. Эмилия Аракелян, Артем Ломоносов, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».